to ban. Итак, дамы и господа, давайте начинать. Evil Genius против Alliance. Первая игра Best of 3 групповых. Raidcall Dota 2 лиги. Alliance банит Никса. Evil Genius отвечает Лондроидом. Ну что ж, давайте посмотрим. Alliance, шведский сквад против американских собратьев. Alliance банит Бейна. Первая игра, люксембургский сервер, Alliance, Radiant. Alliance первый пик. И потом, понятное дело, поменяется. Так, ну что ж, Evil Geniuses. Кого есть можно придумать, удивлен, что нет в бане Бетрайдера, что нет в бане Виспа, но сейчас, возможно, как раз про это вспомнят. Alliance первый пик, отдавать им Виспа было бы неразумно. Так считают Evil Geniuses, поэтому Виспа отправляется в бан, Alliance. Ну, давайте подумаем, что они здесь возьмут. Вот он, Бетрайдер. Особо думать здесь действительно не приходится, раз его выпустили из банов, то почему бы и не взять. Время задуматься теперь Evil Geniuses, как они будут с этим справляться. Бэтрайдер, скорее всего, достанется Эйсфорд, для него этот герой вполне комфортный. Обычно он им ходит на мид. Но в случае чего могут попробовать дать и Адмирал Бульдогу. Так, ну и EG, что есть можно сделать, какие есть варианты? Достаточно часто они в последнее время играли гирокоптером. Можно попробовать взять Дарксира. Посмотреть, чем ответит Alliance, но берут Шадоу Демона. Саппорт вполне неплохой. И к нему добирает Лайфстиллера. Ну, достаточно странно видеть, что Лайфстиллер, несмотря на все изменения, несмотря на нерв, тем не менее продолжает быть популярным. То есть теперь он не такой сильный в early game, ему надо качаться, ему надо фармить, но тем не менее, как только накачается, нафармит, уже выходит, замедляет, дотягивает все-таки своим open wounds. Поедает. Так же, как и прежде. Конечно, немножко срезали ренжа. Раньше было, по-моему, в районе 600 ренжа. На всех уровнях, теперь 500 на четвертом. Надо вкидывать скиллпоинты, то есть меньше будет продолжительность рейджа в мидгейме. Меньше отхила с фиста. Но, тем не менее, нерф был весьма заслуженный. Alliance думает над вторым пиком. Сейчас можно взять саппорта, посмотреть, что там будет происходить в банах, и потом уже придумают, что будет делать дальше. Ну, либо можно попробовать до банов взять какого-то героя Адмирал Бульдогу. Допустим, Бэтрайдера отправить в мид, взять Фуриона на хардлейн. Пока что размышляет. Минут 15 всего осталось резерва. Берут Чена. Чен весьма комфортный герой для Аки-Аки. Считается одним из наиболее умелых ченов Европы. И начинается бан, и Evil Genius смотрит, какие здесь остались слоты. Но пока что, как видно, по два пика сделали, не совсем понятно, что будет дальше происходить. То есть, пока что банит команда, в общем-то, наугад, на скидку. Как видно, Alliance остался один саппорт, остался какой-то хардлейнер, возможно, либо на мид кто-то. Вот как раз банит Фуриона. И какой-то герой для лода, какой-то кэрри. Время подумать, Alliance. Evil Genius имеет Лайфстиллера, имеет Шадоу Демона. Но здесь могут быть разные комбинации. То есть Лайфстиллера можно оставить соло, собрать какой-то агрессивный трейлейн. Можно его потрейлейнить, поделать ему от пула. Взять хардлейнера. Какого-нибудь полуджанглера, например, того же самого Дарксира. Варианты присутствуют. Банят Джиггернаута как раз на случай, если доберут сейчас саппортов и с Джиггернаутом пойдут. Придут на ботлейн, будут мешать фармить Лоден. Evil Genius, последний бан второй фазы. Для них. 10 секунд времени. Ну что ж, кого здесь еще можно придумать? Возможно, еще какого-то героя Адмирал Бульдога сообразят. В принципе, уже забанил Андроида, уже забанил Фуриона. Дарксир. Как раз тот самый товарищ, который вполне мог появиться, пойти на хардлейн и в случае чего перейти в лес. Посмотрим. Возможно, в лес отправят Бэтрайдера и возьмут кого-то на мид для S4. Гирокоптером отвечает Alliance. Так, ну что здесь надо набирать? Evil Genius, саппорт у них уже есть. Можно задуматься, отобрать какую-то одну роль. У них первый пик после фазы банов.
Пока что размышляет. Так, ну и напомню, у нас сегодня два Best of 3. Первое Ill Genius против Alliance, который мы сейчас смотрим. И потом второе будет у нас в 23 часа по Москве. Будем смотреть Mousesports против Ill Genius. Storm Spirit. Ну, комбинация всем известная. То есть Storm стоит спокойно на миде, Lifestealer. Потом в него заползает, прилетает Булатнингом, кого-то убивает. Alliance, однако, отвечает Драгоннайтом. Не удивлюсь, если Батрайдер пойдет в лес, и Драгоннайт пойдет спокойно стоять на миде. Герой весьма крепкий. Вкачает Драгонблад, будет спокойно регениться. Ну и понятное дело, как только получится свой ультимейт, уже можно будет начинать какие-то пуши. EG берет Vengeful Spirit. В последнее время все чаще и чаще эту героя мы видим вчера. Два раза его брали уже. Alliance отвечает Триентом. Саппорт вполне неплохой, но стоит понимать, что теперь, как видно, у Alliance лода будет стоять на лойне соло. То есть Триент будет делать отпул, Чен будет копошиться в лесу, пытаться фармить. Придет, если что, поможет, понятное дело, но тем не менее, если к лоде на лейн придут, у него с фармом будут весьма большие проблемы. Так, ну и последний бан. Ил Дженисус думает, кто куда пойдет. То есть, в принципе, можно лоди дать Драгонайта, но рискует тогда Alliance остаться без дополнительного какого-то райт-клика. Хотя варианты есть разные. Допустим, Бэтрайдера отправить в лес. Драгонайт спокойно стоит соло в сейфлейн, если к нему никто не приходит. Чен Трейн Протектор возится по лесам и на мид отправит кого-то на вроде Семплар Ассасин. Более-менее рабочий вариант. Либо же наоборот, на мид можно отправить Драгонайта и какого-то товарища с эскейпом поставить на сейфлейн. Вот как раз EG перебирает варианты. Думаю, что здесь можно делать. Банит Клокерка, тем не менее. Думали, что Бэтрайдер падет на мид, Драгонайт будет трилейнить. И Клокерк тогда бы отправился на хардлейн. Queen of Pain банит Alliance. Ну и последний пик Ill Genesis. Вот сейчас станет ясно, будут ли они трилейнить. Либо они будут берут Нагу Сайрен. Вот это как раз уже интересней. То есть Lifestealer будет стоять спокойно фармить, а Нагу с ее друзьями будет пытаться всех убивать. Небольшой стак минус армора Vengeful Spirit будет давать Will of Terror. Минус 5 армор на последнем уровне. Нагу Сайрен будет вкачивать Рептайд. Это еще минус 5. И плюс Vengeful Spirit будет давать неплохую ауру. Virtus Pro нам вчера уже показывали, что это действительно работает. И с таким стаком минус армора, что Lifestealer, что Нага Сайрен, что в принципе даже сама Vengeful Spirit на пару с Шторм Спиритом будут дамажить руки очень даже больно. Ну что ж, последний пик Alliance. Времени меньше минуты остается. Ну, в принципе, их варианты мы уже обсудили, то есть сейчас просто посмотрим, чем здесь все разрешится. Трейн-то мы видели. Позволит им более безопасно играть. Вот как раз сидят, раздумывают, кого и куда отправить. Ну, очень гибкий пик, стоит заметить, то есть вариантов огромное количество. То есть либо Драгонайт на мид, либо Драгонайт сейфлейн, либо Бэтрайдер на мид, либо Бэтрайдер в лес. Либо еще какого-то хардлейнера возьмут сейчас, то есть здесь навскидку так не сказать даже. Алхимик. Ну вот он, товарищ. Герой для лоды. Ну что ж, давайте посмотрим. Как видно, Alliance смекнули, что к ним придут, что их будут пытаться убивать, но тем не менее берут Алхимик, Алхимик будет пытаться фармить. То есть к нему придет сейчас Нага Сайрен, Vengeful Spirit, Shadow Demon, будут пытаться убивать Алхимика, посмотрим, получится ли это. Если у лода не сложится early game, ну, стоит понимать, что будет тогда Драгоннайт заправлять, скажем так, мидгеймом. Придет Чен, придет с крипами. Чену было бы неплохо собрать быстромек, но и Адмирал Бульдог, если накопит на дагер, то в мидгейме все не так уж и плохо будет у Alliance, даже если Алхимика поубивают на трейлейне.
Не то чтобы на 3-лейне тренд. Я не думаю, что много участия там принят. И Чену надо будет либо пробегать, спасать воду, либо наоборот, в лесу пытаться нафармить как можно быстро меку, чтобы алхимик в медгейме смог отправиться от всего этого. Разбирает своих героев. Так, ну что ж, поехали, давайте смотреть. Пока что поставили паузу. Страна Radiant Alliance, Лода Алхимик, Аки Начений, GM, Трейн Протектор, Эсфорд Драгонайтом пойдет на мид, судя по всему, и Адмирал Бульдог, Бэтрайдер. Посмотрим, пойдет ли Бэтрайдер соло против Лайфстиллера. Как расставить свои лейны сейчас Evil Genesis. Страна Дайр, Evil Genesis, Бедис на Шадоу Демонами, Демон, Шторм Спирит, Бамбл, Лайфстиллер, Джейн Агасайрин, ну и Бедис куда-то отошел. Сейчас скоро появится. Заберет Vengeful Spirit. Пока что немножечко подождем. А, не Бедис, Фир. Ну, здесь более-менее понятно теперь все по лейнам. То есть Адмирал Бульдог пойдет на топ. Будет смотреть, кто там появится. Если придет на Агусайрин трейлейном, если Иджи будет пытаться отфармить на Агусайрин. Спокойно, против нее полейнит, конечно, Нага может пробовать набегать с Рептайдом, но я не думаю, что Бэтрайдера этим сильно напугаешь. Придет Лайфстиллер, в принципе, тоже проблем быть не должно. Два героя милишных, Бэтрайдеру будет достаточно просто из них выбивать реген. И вот Дженнис, сейчас надо выбрать, кого они хотят отправлять в агрессивный трейлинг, кто будет кусать алхимика. В принципе, можно даже Лайфстиллера взять, хоть у него здесь и 200 ранжа всего на Open Wounds. Есть Shadow Demon, который Disruption будет позволять подойти к таргету. То есть замедление по-любому можно будет прокать. Разве что помешает кто-то, но мешать здесь особо некому, учитывая, что будет тренд. Будет Чен. То есть можно отправить и Лайфстиллера трейлэнить. Vengeful Spirit, понятное дело, еще поможет дополнительным станом. На случай, если цель будет пытаться бежать. Так, ну, как там призадерживается эфир. Ну, не проблема, давайте подождем. Окей. Закупает центр уже. Не очень приятно, когда так игроки делают. Надо будет. Вот, уже сказали стримеры. Секси бомбы. Видимо, это у него чел. Ну, небольшая заминочка, но сейчас уже скоро отпустим и будем смотреть, кто куда пойдет. Демон будет на миде стоять Шторм Спиритом против Драгонайта. Драгонайт крепкий товарищ, будет носить себе бутылочку курьера, скорее всего, вкачает Драгонблад. Не думаю, что будут проблемы, но стоит понимать, что Shadow Demon с Vengeful Spirit вполне неплохая пара для Рома. Если они не будут заняты на агрессивном трейлене, они вполне могут попробовать прийти и подбить Драгонайта. Если это получится, то будет вполне неплохо. Посмотрим, может быть, Чен придет, поможет Драгонайт, сам подобьет Шторм Спирита. Очень важно это сделать до того, как он получит свой шестой, до того, как он получит свой ультимейт. Ну и, в общем-то, в плане мидгейма. Здесь очень важно будет получить быстрый дагер на Адмирал Бульдоге. Очень важно будет получить быстрый мек. И если всего этого не произойдет, то могут быть уже проблемы у Альянс. Вылетает Фир. Не очень приятно, учитывая, что у нас небольшая задержка была перед играми. Ждали долго самого матча, и теперь выясняется, что у игроков какие-то занятия. Можно было бы все это доделать еще и до игр.
Стоит понимать, между прочим, что Alliance имеет Драгонайт, имеет Алхимика, если будет им доступен хоть какой-то фарм в мидгейме, то в лейт перейдут достаточно сильными Alliance, даже если не получится что-то в ранней игре, то вернуться всегда смогут. Нага, это, конечно, здорово, стак минус армора, аура Vengeful Spirit, тоже все приятно, но посмотрим, как будут справляться по тимфайтам. У Alliance, как видно, крепкие герои, то есть два крепких очень кэрри. Стрэнджовых кэрри. Будет сложно их весьма убить. Стоит понимать, что каждый раз будет накидывать Living Armor, Train Protector, каждый раз будет спасать. Ну и Чена будет два прохила, то есть будет Hand of God, будет Мека. Убивать этих товарищей будет весьма сложно. Один с Драгонбладом, другой в Chemical Rage. Вытаскивает сабли, нападает, и что с этим делать будет не совсем понятно. Так, ну и отжимаем паузу наконец, поехали. Аки сходу закупает смог, видимо, планируют какие-то ранние ганки. Набирать будут крипов и будут пробовать что-то делать. Джем, ну, в принципе, вполне может помочь Чену прийти. То есть здесь, как видно, у него замедление статично на всех уровнях личсида. То есть можно даже запланировать вместе с Ченом сходить на мид, попробовать убить демона разочек. Так, ну и как мы видим, Ил Дженсис направляется во вражеский лес. Сейчас будут пробовать кого-то найти. Здесь первым бежит Чен. Как бы сейчас Чена здесь не поймали. Аки продал, судя по всему, один смог. Изначально закупал два. Так, ну идут. Друг друга увидели, и Джем отходит. Разбегается. Алайенс. Первым надо было пускать Шэдоу Дем, но у него больше всех раньше, насколько я помню, на дизебле. О, как видно. Выходили, можно сказать, не из угла. Поэтому Alliance успели отойти. Сходили, посмотрели, возможно, даже поставят варды и заблокируют кэмпы. Как видно, один уже поставили. Чен остается без карт кэмпа и отходит, судя по всему, Секси Бамбу здесь оставит. Давайте посмотрим, куда пойдут саппорты. Нага отправляется на топ. И на топ же отправляются и саппорты. Достаточно интересное решение, то есть таким образом Бамба здесь остается один. Остается один алхимик, спокойно будет фармить против лайфстиллера. Саппорты будут помогать приходить, пытаться убивать эту самую бомбу. Но в то же время саппорты Нила Джеймс будут на отпулах получать опыт. Возможно, даже спушат ранний Тауэрс с помощью Наги. И будут гонять номера Бульдога. Это действительно важно. То есть они расставили свои акценты, что алхимик хоть и фармит в ранней игре, то в ранней игре в мидгейме он не самый опасный. Так, здесь приходит. Фир прибежал на хейсте, смотрит на S4. Постреливает, гоняет, не дает ему получать опыт. Не дает ему фармить, что самое главное. Харасит, выбивает реген, ну и S4 получает лингармор. Крипа добил просто брейдфайром. Эншел Спирит уже приходится бегать. И Джем. Хоть и милишный, но тем не менее харасит бамбу, да харасит весьма неплохо, учитывая, что 86 урон с руки, как видно, два раза ударил, и у Секси Бамбы уже чуть ли не все хп отнимает. За три удара половину хп снял. Адмирал Бульдог здесь уже просил, судя по всему, получил стан от Vengeful Spirit. Да, действительно, как видно, у Фира не хватает маны. Но получил Living Armor, спокойно живет дальше, отбивается с Арвой. У Демна 6 лоскитов уже, S4. 5 догоняет успешно, несмотря на то, что приходил Vengeful Spirit. Ну что ж, давайте посмотрим, как удастся здесь отстоять номера Бульдога. Будет ли он перетягиваться в лес? Либо же будет пытаться аккуратно получать опыт. Ботиночку он пока не купил, но золота уже хватает. Сейчас надо делать выбор, либо покупать ботинок, либо купить бутылку и уйти в лес. Пока что делает себе отпулы. Фир это видит, пытается помешать. Отвозит одного кентавра. Двоих крипов получилось запулить. В принципе, не страшно. Бамбы находит Аки. У Аки есть тролль, то есть урона по бамбе проходит достаточно много, поэтому особо как-то харасить он не стал. Ну и таким образом лайфстиллер, похоже, перемещается в лес. То есть на лейне не понравилось, на лейне трейн злой бьет. Бьет весьма больно. Поэтому перетягивается в лес, если что, сейчас поджанглит. Вкачал второй уровень. Как видно, заходит, проедает дерево, чтобы бил только один медведь. Пока что не проедает, но сейчас это сделает.
И как видно, только один крип его бьет, и урона получает в разы меньше лайфстилер. Сам потихонечку отпивается. И спокойно сейчас убьет хардкэмп, получит свой третий уровень. И продолжит джанглить, как ни в чем не бывало. С4 уже четвертого. Четвертого и демон. Пока что саппорты не приходят, не пытается никого заганкать. Здесь пытается гонять Эдмира Бульдога, но в принципе не особо успешно. Тот уже сходил купить себе ботинок и пока что не слишком боится. Но я думаю, скоро можно будет выходить и пытаться его убивать. Нага сейчас скоро получит четвертый, получит вторую сетку. Фир уже третьего. Третьего и Shadow Demon. Надо выходить. Так, летит Эдмира Бульдог. Получает дисрапшн. Если что, он улетит вниз, стоит понимать. Стамп полетел, но тем не менее вниз успел. Слететь, получает рептайд, получает сетку, пытается обойти, пытается стакать Shadow Demon. Три стака, между прочим, прокает Shadow Poison, но урона не хватает. Буквально на один удар не хватило урона, ну и тренд. Напоследок дает Ling Armor. Здесь, как видно, Чен Смоки заходит. Хотят убить демона до того, как он получил свой ультимейт. До того, как он стал неловим. У демона есть ботинок, S4 подбегает, дает стан. Красный медведь наступает, Thunderclap, Муром проходит. Аки. Test of Fate, там забирает физблат. Фир прилетел, пытался спасти, дал стан Драгонайта, но было понятно, что у Драгонайта здесь урона уже, скорее всего, не будет. Хотя, в принципе, Брейдфайр был. Хоть и не было мана на него. То есть самый страшный там был Test of Fate. Надо было спасать именно Чена, но там уже Фир не дотягивался, скорее всего. Ну, удачно подвели демона. Чен получает фестблат, это значит, что мека появится еще быстрее, как видно, 1100 золота у Чена. 1150 уже. Сейчас скоро получит пятый, получит второго крипа, и, возможно, уже можно будет пушить. Здесь бомба возвращает, начинает забирать крипов. К ним пришли, хотели побить вышку, вместо этого крипов увозят, и сейчас будет здесь спокойно получать опыт. Третий получил в лесу, получает лисит. Весьма неприятный спелл. Противно замедляет и дамажит тоже не так уж и плохо. И бомба отправляется обратно на фонтан, надо прохилиться. Адмирал Бульдог по кулдауну получает Living Armor. У самого есть Транкелбут, если что, отопец. Есть три танга, то есть здесь с регеном все нормально, а вот с золотом, с опытом могло бы быть и получше. То есть, возможно, все-таки стоит перетянуться в лес сейчас. Посмотрим, как дальше дела будут проходить. Один раз спасли его, второй раз это может не получиться, то здесь как бы его не подбили. Драгонайт включает дабл дэмэдж, плюется по 100 в демона. И стоит понимать, что еще по 100 потом тикает Corrosive Wrath в его ультимейте. Смогу. Living Armor самому. Ничего не страшно. Потифай прожали. Бот Тауэр здесь пушит. И Джеймс Лодой. Пока что ковыряет крипов, но сейчас придет еще один крипов, и от вышки, возможно, даже ничего не останется. Даже Чен пока что не требуется. То есть Чен ходит, фармит меку свою. Как раз. Так что и такой летит. Пока что ботиночек вард. Ринга Базилос, но мек, тем не менее, скоро появится. То есть решил для начала купить Ринга Базилос. Обходит Бэтрайдера, здесь Vengeful Spirit. Здесь еще и демон на хейсе, демон притягивает Эдмира Бульдога. Тот поражал стик, пытается выжить, один удар, и Vengeful Spirit забирает килл. Демон немножко замешкался, и таким образом килл достается Фиру. Эсфор стоит на меде, сейчас доломает Тауэр, летит телепорт. Стан прожимает на демона, и бомбу не успевает подогнать Тауэр. Демон еще и погибает, потому что здесь приходит Таки. Нажимает опять Test of Fate. Бомбу на лоу хп. Уже отходит в лес. Здесь он ничего не сделает. Два Таура потеряли Evil Genesis. Для них дела теперь уже складываются не так уж и хорошо, как хотелось бы. Бэтрайдера, конечно, убили. Как видно, сейчас убьют, скорее всего, еще раз. Бэтрайдер получает сетку. Трасть ультимейт утягивает Джея на клиф. Пытается поджечь, но с клифа Джея падает, все-таки сгорает. Лода прилетел. Постанет сам себя своим Unstable Concoction. Бедис пытается подбить, здесь приходит Фир, у Фира очень мало хп, он обходил вышку. И, как видно, достается Лоди. Разменяли Бэтрайдера на Vengeful Spirit, но до этого потеряли Нагу, то есть размен не самый лучший для Evil Genesis. Но, как видно, очень хотят, чтобы Бэтрайдер остался без даггера как можно больше.
Они жалеют даже саппортов для этого. И Бэтрайдер уже 5 сосен, и он уже, в принципе, начинает копить. Ему, помимо ботинка Magic Wand, особо ничего не надо. Здесь погоня. Находит Чена. Чен забежал достаточно далеко. Он успел убить лайфстилер, между прочим, но погибает. Поделили золото Джея с Фиром. Убивает крипов Чена. Ретайт прошел, но сейчас даже Лингармор не пожалеет Рент. Сейчас буду спасать этого медведя. Фир не жалеет маннастан, хочет собрать золото. Лингармор прокает, еще один удар и достается крипам. Как Фир не старался, в итоге приходится идти в фонтан за маной. Чен всех обманул в итоге. И Джей моментально нажали смок и... Похоже, что опять Бэтрайдер хотят убивать, видят, что здесь... Крипов... Нет, крипы есть, то есть, возможно, даже нет информации, где Адмирал Бульдог находится. Здесь Лейнвард. Лейнварда нету. А пока все происходит, давайте посмотрим, как дела по графикам. Как видно, больше 5000 по золоту есть у Рейдентов. Больше 3 по опыту, то есть... У Alliance дела складываются неплохо. Смотрим на Творс. Алхимик на первом месте. Понятное дело, Лода здесь стоял чуть ли не на фрифарме. У него Мидас, у него второй уровень. Пока что Грейвс Грейда, то есть он вкачивал Эсси Спрей. Возможно, вкачивал не просто так. То есть это минус армор. Это поможет убить либо Рошана, либо на пушек набивать крипов очень быстро. Видно, Эсси Спрей кинул, и сейчас сразу весь крипвейв зафармит. Настакает свою пассивку в любом случае. Хоть и не вкачано. Не вкачано полностью. Бамба выходит, пытается хоть что-то здесь заработать. Сам 6-го уже. И потихонечку копит на свой портрет. Так, с этой стороны на Адмирал Бульдога опять нападает. Ультимейт не жалеет, Трассис схватил демона, чем прохиливает. Демона свапает, Веншел Спирит спасает. За это, похоже, Фир поплатится сейчас. С4 гонит его, дает Драгонтейл. Фира убивает, надо найти еще демона, но демон улетает на базу. У демона телепорт. Драгонайт появился очень вовремя. Бэтрайдер жил достаточно, если бы он ультимейт не потратил, если бы он не схватил демона, то он бы успел погибнуть еще до того, как S4 оказался рядом. Приходит Джея. У Джея есть Аркейн Бут, есть Ринго Базилос. Ну и как видно, у Шторм Спирита игра пока что не складывается. Демон 8-го. У него только обычный ботиночек, надо портрет хотя бы доделать. И сам погибал уже 2 раза. Бэтрайдер хоть и погиб, но все еще есть 7 сосен, то есть можно продолжать получать золото, получать опыт. Удивлен, что в лес не перетягивается, но в лесу обосновался Чен, и у Чена сейчас скоро будет мека. Пока меки у него нет, он будет весь лес зафармливать. Как видно, 3 крипа уже есть, он 7-го. Фир подсиживает алхимика. Не факт, что получится вдвоем его убить, алхимик весьма крепкий в своем ультимейте. Смок нажали, побежали. Заряжается стан, 5 секунд остается. Алхимик выходит из смока, находит демона, дает ему стан. Аки приходит, тест оф фейт. Тест оф фейт нажимает, убивает демона. Демон 3-й раз погибает уже от тест оф фейта. И Лода, Левинг Армор отходит. Фир показывает себя, сейчас его возможно подловит даже троллем. Сетка от тролля. Вторая сетка. Стан кентавром. Однако сейф от шадоу демона сейчас выйдет. Выйдет из дисрапшна и надо его добивать. На тест оф фейт мана нет. Стан в Лоду. Здесь уже Джей, Джей дает ультимейт, и пора расходиться. S4 остался здесь один. Прибежал Драгонайт. Хотят убить Аки. Аки зажимает, но здесь Триент. Триент пока что ультимейт не нажимает. Ну, в принципе, ультимейта нет, у него нет 6-го. Разворачивает Алайенс. Нападает на бамбы, бамбы плюются. У всех очень мало хп стороны Лжениусис. Алайенс все живы. И Джей вынужден отступить, и, возможно, сейчас даже потеряет тауэр. У Чена 2 секунды до ультимейта, если что, могут попробовать как-то на ультимейт сейчас развести. Вот отправлять домой. Судя по всему, Лоду. Лоду купил себе Shadow Blade, теперь сможет набегать, вбрасывать стан. Теперь уже будет активно принимать участие. У Чена появляется рецепт на мег, сейчас скоро себе принесет. И Джем наконец получил свой 6-й, как раз то, чего не хватало в этой драке. Если бы был ультимейт, то... Alliance, возможно, даже пару киллов здесь получили бы. S4 же
Сейчас закончится уже у него драгонформа. Как видно, 11 уровня. Уже дает ауе урон. Уже плевался в бомбы во время этой стычки. Так, алхимик прибежал с Шадоблейда и убил здесь бомбу. Пока мы смотрели, кто где и чего. Получает стан от кентавра, но кентавра тем не менее добил. Стоит, продолжает фармить. То есть он сделал отпул и сам же здесь сейчас все и зафармит. Прикрывает его есть Адмирал Бульдог. У Адмирал Бульдога через пару минут уже появится даггер, если его не убьют в очередной раз. Три раза погибал, но тем не менее, даггер до 15 минут, это вполне неплохой результат. Если он, конечно, появится, так, свапает. Свапает Драгонайт и моментально Драгонтейл на Фира. Влетает демон. Бидис помогает. Начинает стакать. Приходит Джей, дает минус армор. Очень долго жил Драгонайт, но тем не менее погибает. Никто пробегать здесь особо не стал. Аки выходит из леса, но не успевает уже, понятное дело. Ну, разменяли на тауэр, то есть потеряли Драгонайта, но забрали тир один тауэр на топе Альянс. Драгонайт погиб не просто так. И как видно, осталось всего два крипа, появится блинк у Адмирал Бульдога, и можно будет вести себя очень агрессивно, можно будет уже пытаться убивать тир 2. У Чена есть мека, у Чена есть три крипа. И Джейм получил свой ультимейт. И Бэтрайдер сможет инициировать. Так, на Бэтрайдер инициирует вместо этого. Просветили его тером. Чен прожимает прохил, пытается спасти Бульдога. Отбрасывает всех в сторону, но там все равно была урна. Так, приходит Лода. Лода станет двоих. Все, Мэнстебл Конкокшн. Наворачивает демон, тест оф фейт. Демон погибает. В этот раз достается алхимику. Ваки, тест оф фейт, видимо, не прокнул так, как хотелось бы. В общем-то, Чен здесь самый злейший враг. Это у самого Шторм Спирита. Аки каждый раз приходит. Каждый раз демона подбивал до этого. Лоды плейтмейл. Здесь есть вор, как видно. Включает ультимейт, начинает плевать на тир 2 тауэр. Шторм спирита не будет некоторое время. Лоды сейчас откатится ультимейт, можно будет эту вышку даже успеть добить. Чем приходит, абсолютно не боится, прогоняет из леса Бидиза. Джем даже не приходил, и Джем спокойно стоит отпушить ботлейн. Тауэр допушили, даггер появляется у Бэтрайдера, несмотря на то, что сейчас погибал. Ну и в принципе можно продолжать давление. Alliance себя чувствует сейчас очень комфортно, то есть они врагам как-то вот так вот мап-контроль оставили. Можно забирать Рошана, можно сходить на какой-нибудь тир 2, например, добить тир 2 тауэр на ботлейне. Вариантов здесь огромное количество. Смок нажали, пошли, сейчас кого-то убьют. Адмирал Бульдог с даггером кого-то подхватит. Заковыряют вместе с Ченом, без проблем. Но не совсем понятно, кого и где искать. Как видно, Evil Genius. Столпились около тир 2 тауэр на ботлейне. Как раз думаю, что сюда будет направлен пуш. Так, приходит с песней. Сирена поет. Делает иллюзии, смотрит на Джема. Ничего особо так и не сделали. Однако здесь демон, у демона внутри сидит лайфстиллер, влетают, тянут S4. Очень много людей, однако здесь уже Адмирал Бульдог. Адмирал Бульдог думает, кого хватает, подбирает демона. S4 пока что стоит, пока что живет. И, в общем-то, S4 отходит, вместо этого погибает сперва Vanishing Spirit, теперь уже бьют и Джея. Джея отправляется на фонтан. Бэтрайдер гонит демона. У демона была еще мана, всю ману потратил. Бидиза ловит сеткой. Надо добивать. Прячет себя в Disruption, но здесь его обступают, здесь никак не выжить. Стан от алхимика. Доковыряли. Драгонайт все-таки погиб здесь напоследок. Прокнул ультимейт Shadow Demon, то есть он отходил, у него немножко хп оставалось, но все-таки напоследок его убили. Очень быстро сориентировались, очень быстро пришли товарищи с меда, и теперь уже тир 2 действительно добивают. У бомбы появляется армит, но, как видно, уже мап-контроль не осталось. Вот самого бомбы находит Адмирал Бульдог, начинает его просто гнать. То есть сейчас будет стакать на нем стики напалм, там команда потянется на перехват. Однако лежит хейс, надо даггером пытаться отобрать. Буквально секунда, не успевает Адмирал Бульдог среагировать, и в итоге бомба отходит. Здесь уже и Джей, здесь уже и демон. Бомба пытается разворачивать. Здесь Лода. Летит демон. Стан. Стан от кентавра. Бомба останавливает на месте. Очень мало хп остается, на нем 6 стаков. Стики напалмы. Бомба прохилился инфестом, тянет Аки. Аки прожимает себе меку. У Джея большие проблемы. Джей здесь остался, погибает. И теперь уже бомба остается чуть ли не один с этой стороны, находит Фира.
спасает его Disruption Bidis. Бамбы остается без сейва, Бамбы отправляется на фонтан. Фира зажали. Фира тоже сейчас убит, и с этой стороны убивает еще и Бидиза. Четверых сейчас потеряют. Демон, последний, кто остался живых. И его добили. 5 в 0. Выигрывает драку. Alliance и Illgenius погнали за легкими киллами. Как видно, демон то ли вылетает, то ли выходит. Какие-то проблемы, возможно, с интернетом. Такое действительно иногда бывает. Бидис говорит good game. Забыли сказать good game и вышли из игры. Ну что ж, good game. 18 минута, 17-7 счет. Ну и как видно, здесь по графикам к 15 тысячам все приближается. Alliance ни малейшего шанса не оставили противникам. Ну что ж, давайте ждать второго матча. Эта игра была весьма быстрая. Посмотрим, смог ли Illgenius отыграться. Напомню, первый матч был на люксембургском сервере, то есть здесь у Alliance было небольшое преимущество в плане задержки. Следующий матч будет на американском. Так, ну что ж, пока что буквально 5-10 минут перерыва, потом уже ждем второй матч.